Пахнет. Подвохом. Подвохом, да. Ни хао. Не хворай. Ну ладно, деревяшки, поешь потом завтра. Мы в жизни столько не пятюлькались. Нам говорили на теории, помнишь? Ну или ты не слушаешь? Хватит целоваться. А теперь? А теперь? Всем привет! Ни хао! Всем привет, я Катя Пантюхина. А я Настя Поздеева. И сейчас мы будем отгадывать что-то про Китай. Пожелайте нам удачи. И победы. И еще чего-нибудь. Девчонки умные, но это Надя Сри. Девчонки умные из ЦСКА не придут. И, вот Надя и мы выиграем. Позвали. Очень хорошие девчонки. Во. Футболистки. Во. Подружки, о, конечно, они не обидятся. Шутка, шутка. Не, ну давай ты это не вставляй, то они пипец обидятся. Вставляй. Вы знаете, с кем они общаются. Не, реально не вставляй, то они потом будут говорить, чтобы я в Москве реке тонула. Поехали. Ну все, погнали. Ну свинья есть. Мне кажется, три вот из этих вчера на ужин давали. Вот. Утка. Все дело. Не знаю, мне так кажется. Так китайский, это уверена? Который... А обсудить ты не хотела? Можно позвонить Лизе Семеновой? Звонок другу. Она у нас штатный вот этот вот астролог. Таро вот эти раскидывают. Китайский гороскоп, это который по годам идет. Правильно? Но вроде нет утки. Коза есть, бык есть. И кто там третий был еще? И свинья. Свинья 100% есть. Это 95-й год, это я знаю. Нет, я не знаю. Коза. Коза, мне кажется. Нет, это не их животное. Ты согласна, что утка? Ну, еще. Давай. Подтверждаем. А год утки есть? Нету. Ну, тут видишь, утка по-пекински. Ну, мы утку вчера ели. Нет, утки нет. Ответ нужно показать. Утку? Да что ты врешь? Га-га-га. Надя показала. Как? Это утка. А, ну все. Настин ответ. Утка. А, давай, Надь. Я так для легких вопросов. Это хау было. Настя молодец. Наша победа, наша совместная победа. Так и на поле она все почищает. А победа наша, наша победа. Лизнула. Это труднее, чем играть в 5 защитников. Ну, 1 час точно там я видела был. Когда я смотрела. Я помню, мы были в другом городе, мне кажется, там была другая разница. Ну, типа, с Москвой. 4, я думаю. Ты не думаешь мне кажется... вообще? Ну, я думаю, что максимальная разница 2. Мне тоже кажется. Ты даже логически подумаешь, 6 не может быть слишком много. Много. Я думаю, 4. Давай. Твой ответ. Сейчас все хорошее, Настя, все плохое. Я не помню. Тут какой-то подвох. В этом вопросе. Да, ты тоже почувствовал, да? Да, да. Пахнет. Подвохом. Подвохом, да. Может быть, короче, я гуглила до прилета, и какая разница во времени. Мне показал этот город 5, а вообще показало плюс 9 почему-то. Ну все, не давай. Знаю. Пусть будет плюс 4. Есть. Давай 2. Вдруг это 4. Давай 2. Давай на мизинчик. 2. Давай 2. Надь, утка прошла. Вытру, он просто потный. Давай 2. Перематываем. Ты сказал, что мы будем выглядеть нормально. Перематываем. Итак, Кать, я думаю, 0 часов. 0? Ну, вот это вот единство, конечно. Не нужно было. Все, у нас Настя будет отвечать просто. Добрый день, нет, наверное, они ж не хао всегда говорят вечером, утром. Добрый день, нет? Ну, добрый день это. Нет, смотри, хао – это хорошо. Бухау – это плохо. Значит, это как-то должно, там день не точно не может быть. Ни хау. Может, не хворай. Я думаю, я рад. Нет? Не хворай. Ни хау. Не хворай. Да нет, давай, давай. Почему ты говоришь ни хау? Это привет. А, ну да.
Если я еще раз говорю неправильно, я просто ухожу, и ты одна играешь в эти игры. Уже нервничать начинаю. Вы можете написать вариант ответа? Я глицин уже неделю не пью, не могу так быстро запоминать. А мне почему-то кажется тебе хорошего. How – это хорошо, а бухау – плохо. Значит, всего хорошего. Не how. Настя, включайся. Не how, ма – это как дела. Все. Всем чем. Может, хороший май? Ну, окей, давай. Вот, да. Мне кажется, ты хороший, тебе хорошего. Да. Ура! Видишь, Надь? Ты вообще в шоке. Просто. С кем я сижу? Просто, просто богиня рассуждений. Ни хао ма. Ма! Это я. Всего хорошего вам, ни хао. Ну, железки, чтобы гемоглобин нет. Можно, конечно, повышать. Но мне почему-то кажется стекло, потому что у них все со стеклом это. Они ж ходят по стеклу. Может, и едят стекло. Вообще-то они ходят по камням и по углю, а не только по стеклу. Камни. 100%. Почему? Камни, потому что. Ну, наверное, деревяшки, с другой стороны, их только можно есть. Ну, либо как ты камни. Съешь камни, блин? Ну, это до свидания почки, как бы. Там сразу они такие в почки. Ой, еще один камень. И потом песочек такой пахнул. Как бы стекла, ну, ты у тебя там все разрежется нафиг. Не знаю, я... Закрой микрофон, не снимайте. Один рис только ем, я вообще не знаю. Деревяшки, мне кажется, это даже может быть полезно. Дерево, нет? Как их можно жарить и есть? Ну, я не знаю, камни. Доверься. Ладно, давай, Надя, теперь ты ответишь. Давай деревяшки. Деревяшки. Надя думала, что жареные деревяшки. В смысле, Надя, давай мизинчики. Ну ладно, мизинчики. Мы думаем, жареные деревяшки. Печеные. Печеные. Ну ты не сказал, едят. Есть. Это обсасывают. Можно и палец тоже. Потом опять в море выкидывают, наверное, и опять вылавливают. Ну ладно, деревяшки. Поешь потом завтра. Раз полезно, думаешь. А ты тогда стекла пожрешь. Вода, кстати, неплохая такая. Кстати, правда, очень вкусная. Вода вкуснее почему-то. Такая красивая, с девочками-футболистками. На У нас заметку, такой смотрите, нет, к сожалению. На заметку. Очень бы хотелось. А вырезать ее просто. Можно ее так. Все, мне это да ладно, все. Я думаю, море. Здесь море рядом, да? Но не факт, что оно желтое, оно конечно. Желтое. Но, да, желтое море. Или гора. Но я знаю, что тут рядом желтое море. Вот прям рядышком. Но я не думаю, что но это там. Но я что-то слышала, кстати, про гору. Ну, красная жара, в принципе, тоже похожа. Можно, возможно, дышать. Но она не красная, она какая-то больше... Как серая. Как серая жара. Серая жара. Желтое море – это слишком просто. Да. Черная гора – это связано, я бы, ну, Китай ну, типа... вообще бы, как бы, точно не этот район, потому что он какой-то чистый и такой спокойный. При чем тут чистота в горе? Потому что черная, как будто такое. Ладно, давай дальше. Давай красная жара. Или зеленый остров. Или красная жара. Или вокруг вода, и это остров. Ну, про жару можно, кстати, так подумать, потому что... С другой стороны, мы когда проезжали, там много очень было... Ну, вот пролетали. Очень много было зелени. Поэтому я думаю, что зеленое. То, что красное, тут не очень жарко. Вот мы с тобой сколько уже дождя тут? 3 дня, 3 дождя тут. 3 дня подряд. Все, зеленый остров. Я думаю, зеленый остров, потому что здесь много воды. Может быть, мы на чуть-чуть на маленьком каком-то острове. Че, зеленый? Ну да, давай зеленый. Цвет прекрасный. Принимаете оба решения, да? Да. Зеленая. Что там, жара? Ну, зеленая, кто там была? Остров, зеленый остров. Yes. Нормально, видишь? Молодец. Мы в жизни столько не петюлькались. Да. Ура! Зеленый маникюр. Пиво. Реально знаю, мне Вера Симоновская сказала, она моя соседка, она сказала, что здесь пиво, это осталось там с немецких каких-то, немецких, по-моему? Я знаю, пиво. Пиво, потому что тут раньше... Да, это нам просто первым делом сказали при выходе из самолета. Все это. Нам сказали, везите оттуда креветки и пиво немецкое. Мы такие, хорошо! Пиво. Нет, родителям, конечно.
и подружка. Что, потруднее будет, чем уже? Да? Ну все, нас не обманули, значит. Желтый тигр, по-моему. Ну хорошо, пусть Рита знает. Красный дракон или желтый тигр? Вот я тоже думаю. Форма у них желтая есть? Есть. Может, но основная это у них красная? Ну, мне почему-то кажется, это не точно кажется. Либо дракон, либо китайская стена, потому что это их достопримечательность и их как бы ассоциация. Но красный дракон как-то это... Красный дракон это боевик с Джеки Чаном, мне кажется, называется. Почему как-то? Нет, нормально. Значит, желтый тигр. Не знаю. Возможно, а они... мне кажется, желтые львы. Ой, тигры. Да нет, это точно не тигры. Либо красный дракон, либо китайская стена. Ну ладно, давай, Настя, ты будешь отвечать на это. Желтые тигры. Ну потому что красный дракон, я просто помню вот этого дракона, он как символика. Ну да, у них праздник, Китая. Да, у них праздник, да, вот эти драконы здесь летят. Значит, красный дракон. Желтые тигры. Стена символ, да, но тут, тут... Типа к футболу, да, больше что? Какой-то зверь, кажется. Это как агрессия, не знаю, может быть, они агрессивные, как дракон, надежные, яркие, а стена... Ну давай, я вот тоже больше, наверное, за дракона. Положить руку на сердце. За дракона. Ну что а ты, вдруг кулак? Нет, сказала же я. Да, Надь, уже спать пора. Ладно, дали шанс. Ну ничего. Волосы. Волосы, а я думаю, нет. Ну, может, вот ты помнишь это? Ну, то, что они все черные играют, типа. Ну, все с одной и той же прической и примерно с одним и тем же цветом волос. Ну, думаю, красить, ногти. Красить волосы точно можно. Я думаю, ногти. 100%. Ногти. Либо пирсинг. Вот мне кажется, почему-то либо пирсинг, либо тату. Хотя, может, они красят, они же любят вот краситься в такие, типа, желтые, там, милированные какие-то. Пирсинг. Не, помнишь, в ЦСКА этот играл Хонда, он белый был, но он был японец, да. А знаешь, почему, мне кажется, тату нельзя? Потому что они же все такие, типа, запрограммированные, а тату мешает там вот этому потоотделению, вот всему такому. Может, у них это все по-научному было? Может, пирсинг или ногти, чтобы не повредить там никого. Ты думаешь, у мужиков будет стремление ногти отращивать? Да, они отращивают. Я видела в самолете. Мы ехали, там был сидел мужчина, он отращивал себе ногти. Может, он правда? Прямо ногти? Время полета такого вырос. Вообще-то этого не знаю, правда, у него были длинные ногти. Мне кажется, у них здесь почему-то, что пользуется этой популярностью какой-то, отращивать ногти себе. Давай тату. Ну, пирсинг, по идее, всем запрещен. Что? Я думаю, волосы почему-то, не знаю. У меня просто красить? Китайцы все время, они все время с одной и той же прической, и все время... От Северной Кореи. И с Китаем тоже. Когда... Нет, они и красятся в такой рыжий. Какой-то. Уверена? Желтый. Может, запомнил. Они просто на солнце выцветают? Не может, думаю, что может. Это запланированная акция. Надь, ну что, мизинчики давай. Давай, тату. Пирсинг и татуировки. Давай, ты за пирсинг, я за татуировки. Хватит мои сообщения. Давай. Стой. Первые ножницы? Да, все. Пирсинг, татуировки. Давай. Пирсинг. Ну ладно, ничего. Ура! Надь, ты почему не поддерживаешь? Я кого-то из тебя не выжимаю. Потому что я почему-то думала, что это не тату. Тебя взяли, да? Меня бы, да, у меня ничего нет. Тебя так? Взяли бы? Меня нет. Бракованная. Но не за татуировки, мне кажется, из-за техники моей. Медаль не было. Нет, во-первых, серебряные призеры, они точно были. Мне кажется, и мира... И это, Олимпиада точно, нам говорили на теории, помнишь? Ну или ты не слушаешь? Ну, взаимно. Да, по-моему, на Олимпийских, помнишь? И то, и то. Серебряные призеры Олимпиады точно. Это было, вот, это 100% нам говорили на теории. Ну, конечно, и мира. Я думаю, это у тебя побочка не было такого, дорогая. Либо тебя не было. Замените вопрос для следующей пары, потому что вот, мне кажется, они тоже в курсе. Ну, я думаю, что серебряные были и мира тоже. Да, и то, и то. Ну, конечно, у нас Рита мега-маск, мега-звезда. Я согласна со своим мизинчиком. Короче, серебро и того было. Ура! Я сижу на теориях, потому что... Ну, пипец, блин, победная катка была. Где вам рассказали об этом? На уроке. У нас свои источники.
И Купова, по-моему, играла. Гриченко, я думаю, стояла тоже. Играла. Не играла, а просто стояла. Ну, это их там. Ну, в голубой форме еще были. Катя играла. Я не помню. Не помню Линку, чтоб она играла, и не помню Куру. Федорова играла. Юлька играла, по-моему, Гриченко. Федорова. Вот Линку с Курой я не помню. Куропаткина, так. Я думаю. Я тоже думаю Куропаткина. Что, наверное, Линка Кура. Вышла? Потому что она защитник. Ну, а защитником-то где стала? В Зените. Ну, а хорошо, а даже если она играла в центре, полузащитником? Ну, не знаю. Нет, может, Линка, наверное, если мы тогда проигрывали, наверное, Линка. Ну, логично, что... Атаку, и Линку бы выпустили. Ну да, вот. А Куру нет, да? Да, наверное. Ну вот Куропаткина, она в центр не могла выйти, она тогда не была защитником. Она тогда была полузащитником. Она не могла в центре, в опоре там выйти? Я могла, не мы там были. Все, давай Куропаткину, раз мы уже это. Да, пофиг. Давай, все, Куропаткина. Куропаткина. Вероничка Куропаткина не играла. Правильно. Yes. Нормально. Ура! Что? Мы еще можем победить. Давай, да. Знаешь, что? Мне кажется, Данилова забила на Алгарова. А ты 4-1 ты забила? Да. Все, значит, это 100%. Там Шишкина не играла в 2-1. Не хватит целоваться. А я потому что не забивала. Я помню, я играла, но, по-моему, не могла забить. Я бы помнила это. Надя точно забивала. Да. А есть вариант Шишкина и Шишкина? И потом мы проснулись. Соня, люблю тебя. Не, ну подожди, что ты... Я просто помню, что Шишкину, она как бы ее брала и даже ставила в матче. Но не могла она ей доверить, мне кажется, Китай. Надя Смирнова точно забивала. И Данилова тогда, играли, пусть будет. Ну, со Смирновой одна пара только получается? Нет, еще Шишкина со Смирновой тоже. Но, нет, кстати... одна нормальная пара получается со Смирновой. Да. А я играла? Да, весь матч. Мы в центре играли с тобой. Давай, все, Данилова, ой, Шишкина, господи, Данилова, Смирнова. Блин, да может, и Шишкина забила. Нет? Все. Я понимаю, вы общаетесь, но хватит, понимаешь, хватит. Нет, нам Соль, не люблю тебя. Я помню, что Шишкина там что-то, вот я помню, как будто вот было такое у нее, что что-то вот она ездила в сборную, играла и что-то ну, вот ну, там сделала. Нет, Даня, ну, Данилова и Смирнова. Да, Надя, я помню, забила с подбора. Помню, что ты точно забила. Я даже не помню, ты помнишь это или нет, но нам сказали. Это другой тяжело. Матч был, Рит. Да, конечно, я помню, как можно не забить, как ты забила. Ой, не забыть, как ты забила. Конечно, я там радовалась, как будто я на чемпионате мира забила. До центра просто. Ладно, давай. Шишкина или Данилова? Давай, как ты думаешь? Шишкина. Ты за Шишкина? Да. Давай. Цуефа. Цуефа. Ну, блин, получается Шишкина. Вань, хватит. Ура! Эй, вот это, вот это, вот это. Арат. Чего? Ура! Победа наша. Всем по конфетке. Помню, она, серьезно? Потому что, да, было какой-то там... Национальный да, сборной? Да, она ездила. С Китаем? Да. Почему ты мне не доверилась? Я больше тут не тебе, я больше Соньке не доверилась, понимаешь? Ну, чё, все бывает в жизни. Разочарование. У нас только победа. Расстраивайтесь. А теперь... Теперь... Я завтра с Гербсом встану. Давай, это мы грустим, это мы грустим. Во-первых, вспоминать даже свои игры, мне кажется, тяжелее, чем угадывать и... Потому что это... Ну, Надя! Пару слов туда-сюда сделай. Пару слов туда-сюда вообще интересно. Хорошо, очень-очень вкусно. Очень хорошо. Не, спасибо. Всем спасибо, что болели за нас. 100%, я думаю, за нас все болели. 99. Пантюхин и Поздеев за себя болели, да, только?
Так что спасибо, что нас смотрите, что болели за нас, и мы выиграли. Кто чемпионы? Мы чемпионы. Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Ну все, всем до свидания. Всем спасибо, следите за нашими играми. Ссылка в описании. Так говорят блогеры, я знаю, я смотрю иногда. Кать. Позорище какое. Нормально? Пока. Смотрите наше видео. Всем пока. О боже, как я себя веду. А как пока будет? Бай! Сейчас Настя начала сбивать. Да, конечно, я вообще думаю, что не зря у нее микрофон не работает. Они правильно ответили? По-моему, правильно, да? Блин, ну капец. Я тут тащу. Они еще тоже правильно. Комара убью. Убийцы. Они их едят, наверное.